идет на поправку. Ольга Лавицкая в нейрохирургическом отделении БЦБ 10-е сутки после сложной операции на позвоночнике. В просторной палате она лежит еще с двумя пациентками. Женщина отмечает, везде порядок и чистота. Новые тумбочки и кровати. Медперсонал рядом 24/7. И врач, он сам приходит после операции, сам поднимает вас, рассказывает, как, что и это. На перевязке постоянно он присутствует. Обслуживание очень хорошее. Мне нравится. Отделение преображается на глазах. В палатах вместо линолеума уложена плитка, свежевыкрашенные стены, новая проводка. Условия пребывания на высшем уровне. Здесь лечат пациентов с черепно-мозговыми травмами, грыжами межпозвонковых дисков, заболеваниями периферической нервной системы. Им, как никому, важны удобства и забота. Сроки лечения зависят от формы заболевания и от тяжести полученной травмы. То есть среднее пребывание пациентов 10-12 суток. Отделение оказывает нейрохирургическую помощь жителям города Бобруйска, 5 прилегающим районам. Кировские, Кличевские, Осиповичские, Глузские и Бобруйские районы. Апгрейд затрагивает коридоры, душевые и санузлы. Пополняется необходимый инвентарь. Обновляется внешний вид сердца больницы, приемного отделения. Отсюда пациентов распределяют к профильным специалистам. В среднем за сутки сюда поступают более 70 человек. Обследование проводится в полном объеме по обращению пациента по заболеванию на уровне приемного отделения. Сестры у нас работают квалифицированные, приходят молодые, остаются у нас, так как, я понимаю, любят свою профессию, обучаются с удовольствием. В 7-й поликлинике косметический ремонт – это обновление пандусов, стен, полов, потолков. Первые на очереди – отделение дневного пребывания и клиника диагностической лаборатории. Специалисты проводят исследования в светлых кабинетах на качественном оборудовании. Ежегодно составляется план мероприятий по улучшению материально-технической базы. В том числе одним из пунктов этого плана является проведение текущих ремонтов помещений, как лечебных, так диагностических, коридоров и фойе поликлиники. Здоровье человека в приоритете государства. На качество медицины не раз обращал внимание президент. По многим показателям наша страна в топе. Здравоохранение работает и задачу свою выполняет. А все благодаря комфорту на местах, как для врачей, так и для пациентов. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск 360.